Здравствуйте. Каждый знает, сколько локальных дисков стоит на компьютере, которым он пользуется. Но при открытии проводника почему-то не видно всех дисков. К примеру, запускаю проводник на своем компьютере, зная, что здесь должно быть 6 локальных дисков, а одного не видно, где установлено Windows 7 с объемом 144,5 ГБ. Итак, начинаем все по порядку для исправления этой ошибки. Нажимаю на кнопку «Пуск» и в поиск прописываем «Управление компьютером». Появилась вкладка с этим названием и нажимаем на нее. Здесь нажимаю «Управление дисками» и ищем диск с потерянными данными, а именно взято на моем примере с объемом 144,5 ГБ. Вот этот диск. Как видим, что этот диск не обозначен буквой, поэтому он не отображается в проводнике. Чтобы этот раздел был активным, то необходимо присвоить букву этому диску невидимки. Правой клавишей мыши нажимаем по этому разделу и в появившемся меню нажимаем, где написано «Изменить букву диска» или «Путь к диску». Здесь нажимаем «Добавить» и здесь выбираем букву от А до Z, которой необходимо обозначить потерянный диск. В данном случае я обозначу букву F, так как она выпала из данного списка. Нажимаем «Ок». Буква F присвоена. Давайте закроем и посмотрим. Перезагружаем проводник. И как видим, что в проводнике отображаются все локальные диски. Если вы желаете быть первыми в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале «Все своими руками 36», то не забудем подписаться на него. До свидания.